You cannot feel this energy.
небольшой совет. Покатался в Кременчуг днем. Что тут скажешь? Дважды у меня включался вентилятор, то есть до 100 градусов доходил двигатель. Движение огромное, особо не покатаешься. Поэтому, скорее всего, нужно вечером кататься. Вот. И точно так же возникли проблемы на кое-каких заправках. То есть я заправился, и на определенных оборотах у меня как бы подавали признаки того, что как будто заканчивается бензин. Но он не заканчивается. Я как с этим делом разберусь, я еще точно уточню, это от бензина зависит или то ли это фильтр подзабитый. Нужно будет еще уточнить. Но есть подозрение на то, что именно заправка. Я заправлял 100-й, 5-й, одинаково работает. Но до этого не было. Это уже 3-я от заправка, в принципе. И такая вот ситуация. Но по покатухам, конкретно в Кременчуг, днем не покатаешься. Если хотите покататься днем по городу, то советую, конечно же, заехать в Светловодск и покататься там более просторно, доступно.